Привет, умники! Сегодня узнаем, чем занимается робот-оригами, что особенного в бинтах нового поколения и как за пару минут определить полезность продукта. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Команда ученых из Массачусетского технологического института, Шеффилдского университета и Токийского технологического института разработали робота-оригами. При необходимости его нужно проглотить, чтобы затем с его помощью провести несложную операцию внутри желудка. Робота в свернутом виде упаковывают в оболочку из свиных кишок, которая затем растворяется в желудочном соке. Он способен трансформироваться и можно управлять удаленно при помощи внешнего магнита. Данная модель разработана специально для помощи людям, проглотившим батарейку-таблетку, а таких людей только в США находится 3500 человек в год. А в России кровоостанавливающие средства нового поколения для Министерства обороны разрабатывают специалисты Московского физико-технического института. Бинты нового поколения сделаны из хитозана, вещества, обладающего сорбирующими свойствами, которые получают из хитина ракообразных. Подобные перевязочные средства будут эффективны при ожогах, кровотечениях и других ранах. С помощью этих средств, аналогов которым сегодня не существует, можно будет остановить кровь за 10 минут. В случае необходимости они всегда будут под рукой у бойцов, разместятся в виде вложений в медкомплект и в нагрудных карманах полевой одежды военнослужащего. И напоследок в Татарстане. Казанский ученый из Казанского государственного энергоуниверситета разработал особую методику, которая позволяет быстро определить, есть ли в продуктах антиоксиданты, и как следствие понять, полезен ли продукт или вреден. У зарубежных коллег на это уходит несколько часов. Антиоксиданты предотвращают старение, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Больше всего их содержится во фруктах и овощах, в зеленом чае и соках. Вещество проявляется при взаимодействии со специальной жидкостью. Методику разработал сам, как и аппарат для анализа. Собрать его помогли конструкторы. Работает ученый вместе со студентами. А на этом все.